Школьные автобусы к началу учебного года готовы. Госавтоинспекция завершила проверку транспорта, который перевозит детей на техническую исправность. Все 37 школьных автобусов выйдут на линию 1 сентября без нарушений. Автопарк муниципального предприятия «Пассажирское» обновляется каждый год. Автобусы соответствуют всем современным требованиям. В частности, оснащены дополнительной ступенью, ремнями безопасности, ограничителем скорости до 60 км в час, тахографами, сигнализацией и многим другим. Существенных нарушений не было. Водитель, может быть, при проверке, может быть, лампочка отошла или задний ход, в принципе, не горел. Были такие моменты, но водителя устраняли на месте. В принципе, я доволен автобусом, который предоставлен на осмотр.